guys, welcome back to Junrys React. So for this video reaction, let's go to my favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to all our Russian friends. How are you all, guys? I hope you're doing well and amazing. So the title of this video that we need to do some reaction for today is Putin's answer to Elton John comments of foreigners about Russia. And this is our 7th time of doing this reaction about this video, guys. The comments of the foreigners towards to Russia, and this one is specific one because Putin's answer to Elton John's comments. Oh my god, I'm so excited to watch with this one. And credit to the owner also with the video Tablet Memory. I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it. Enjoy, guys, watching with this one. Please turn on the CC down there. And how are you all, guys? Privet and spasiba to all of you. Wow. Thank you so much for this one. Enjoy. Здравствуйте, дорогие друзья, и это новый интересный обзор для вас. Ну что, поехали. А первое видео у нас — это реакция иностранцев на то, как Путин ответил на вопрос Элтона Джона. Ваше недавнее интервью Financial Times, оно так обширно цитировалось и получило широкое обсуждение, особенно в части вашего отношения к либеральной идее. Даже известный певец Элтон Джон с вами поспорил, обвинил вас в неком двуличии. Да, вот вы вспомнили про Элтона Джона. Мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойно, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, так, а потом решить, кто он такой. Да, оставьте детей в покое. Correct. Сейчас ведь, ну чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Я вот... Трансформеры, я не понимаю даже, что это такое. Я уже показывал, вот что это такое. Надо говорить, извините, мэм, я мэм. Я назову вас, как вы хотите вообще. Успокойтесь просто. Тебе нужно успокоиться. Еще раз, я девушка. Я имею в виду, вы оба, ребят. Нет, ты сказал, сэр. Еще раз повторяю, девушка я. Извиняюсь, дружище. Козлы, блядь, я девушка. Да, ребят, представляете, если бы такое встретила Элтона Джона в темном переулке, это, наверное, была бы последняя Элтона Джона любовь. Ой, извините, ладно, переходим к комментариям. Кстати, если хотите посмотреть то видео полностью, ссылка на него в конце видео. Итак, первый комментарий. 3600 лайков. Президент Путин абсолютно прав. Оставьте наших детей в покое. Следующий комментарий. Самая беспокоящая часть — это то, что Путин — это голос логики, в то время как американские вот эти вот правозащитники — это голос токсичности. Следующий комментарий. Президент Путин, лайк тебе, мужик, с титановым скелетом. Храни тебя Господь. Следующий комментарий. Когда я учился в школе, во времена Картера, Рейгана, нас учили ненавидеть и бояться Россию до того, как кое-кто изменил мое мнение об этой стране. Потрясающе, как можно попасть под влияние какой-то фальшивой информации или чего-нибудь другого. Следующий комментарий. Какое прекрасное выражение. Либерализм саморазрушается. Аминь. Следующий комментарий. Это просто как глоток свежего воздуха. Я слышу что-то, имеющее смысл, причем от политика. Дальше. Теперь вы можете увидеть, почему демократы ненавидят его. Потому что он правду говорит. Следующий комментарий. Президент Путин на самом деле прав. Уберите руки от наших детей. Им не нужна помощь людей с вот этим вот клином в башке, которые хотят использовать их для своих каких-то целей. И последний комментарий. Элтон Джон должен там выплясывать и петь на сцене. Никогда не думал, что я соглашусь с Путиным. Но то, что он говорит, это действительно правда. А мы переходим к следующему видео. Это видео с реакцией иностранцев на суперсекретную советскую технику. Смотрим. Спецслужбы Соединенных Штатов Америки никогда в своей жизни не видели ничего подобного. И когда они начали получать новые снимки, Практически стало ясно, что оно двигается с той же скоростью, с которой двигаются самолеты. И по размеру оно гораздо больше даже современных того времени самолетов. Но они не понимали, что это там. На нем даже был флаг советского флота, а не советского аэрофлота. И это вызвало действительно тревогу у американских спецслужб. Как Советы смогли разработать такую прорывную технологию, которая может дать им невероятное преимущество в морском бою? Их очень смутило то, что они увидели. Они назвали эту машину «Каспийский морской монстр». Советы разрабатывали огромный гидроплан или морской самолет. Эта огромная махина называлась «Экраноплан». Гигантская махина, которая была способна передвигаться по водной поверхности с колоссальными скоростями. Вот, откровенно говоря, я и не знал о существовании таких технологий в те времена. Я ни разу не видел. Друзья, если хотите, чтобы перевел вам это видео целиком, напишите в комментариях. Первый комментарий. Никогда не думал, что летать ниже радаров — это буквально, а не в переносном смысле. Следующий комментарий. Товарищ, как много преимуществ ты хочешь получить от изгиба земли? Русские инженеры отвечают «да». Следующий комментарий. Добро пожаловать в Россию, где мы устраиваем дрифт на танках и делаем летающие корабли. Следующий комментарий. Ты знаешь, что это плохой парень, когда самолет называют Каспийским морским монстром? Следующий комментарий. Можете говорить, чего хотите, но русские инженеры действительно креативны. Здесь речь идет о их отцах и дедах, дружище. Следующий комментарий. Мне всегда становится грустно, когда такие потрясающие инженеры исчезают. Так много великих вещей они могли бы еще сделать. И последний комментарий. Самолет? Нет, товарищ. Летающий корабль. А мы переходим к следующему видео. Это видео называется «Иван и волк». О том, как русский мужик приручил настоящего волка, выхаживая его еще волчонком. Не было такого, что я всю жизнь жил волком, мечтал о волке. Yes, Russian, like their military or even I think their soldiers have their own wolf. Ни внешний, ни внутренний, потому что волк лучше меня. Я думаю, мне до волка еще жить и жить, расти и расти. Я люблю волка больше, чем людей. Моему волку сейчас 1,5 года, чуть больше, чем 1,5 года. И волка зовут Серый. Он просто первые вот эти минуты, он никак реагировать не знает. Он вас читает в запахе. Сейчас он освоится и нормально будет. Не, ребят, я вот думал, конечно, зуб волка завести, но мне медведя пока хватает. Он и так жрет слишком много. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Просто обычный день в России. Парнишка идет, а на повязке у него волк-питомец. Следующий комментарий. Я салютую его дочке. Это не просто жить сразу с двумя такими зверьми. Хороший фильм. Следующий комментарий. Его дочка просто потрясающая. Восхищаюсь ей. Следующий комментарий. Две вещи, которые точно нужно добавить в это видео. Это викинги. И вторая, то, что этого волка нужно вернуть в дикую природу. Следующий комментарий. Этот волк должен быть в своей стае. Если он действительно любит своего волка, выпустит его в дикую природу или отвезет в волчий спасательный центр. И последний комментарий. Прекрасный волк. Идеальный компаньон для того, чтобы иметь действительно верного друга. А мы переходим к следующему видео. Это реакция иностранцев на аэрошоу, которое состоялось совсем недавно. I think wolf can be like what do you call this one? A man's best friend also. Taking care of it as long as you're not hurting or like hurting the animals, and that's fine maybe because that's part of like Russian culture. They can pet those wolves also and they can train them. Wow, these fighter jets of Russia. Oh my goodness. Красота-то какая. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Эти прекрасные самолеты. Следующий комментарий. Ух ты, просто потрясающе. Отличные навыки пилотов. Пальцы вверх из Дании. Прекрасное представление. С любовью из Америки. Следующий. Русские самолеты — это самая лучшая технология в мире. Я даже не русский. Дальше с уважением из Германии. И последний комментарий. Самые лучшие приветствия из Мексики. А мы переходим к следующему видео с реакцией иностранцев на то, как дети в Артеке исполняют гимн России. I love to listen like Russian anthem. This is amazing. Да, вот учился бы я на все пятерки, может тоже в Артек поехал. Чертово пение. Шучу, конечно. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Несмотря на ваши политические взгляды, у России невероятно красивый национальный гимн. Следующий комментарий. Когда ваши дети поют национальный гимн с подобной страстью, то будущее у вашей страны, конечно же, есть. Просто прекрасно. Следующий комментарий. Самый лучший гимн в мире. Приветствие из Бразилии. Следующий комментарий. Вот так должно быть и в Германии. А если у нас ты запоешь национальный гимн, то тебя сразу назовут всякими нехорошими словами. Следующий комментарий. Да, в отличие от Соединенных Штатов Америки, у нас тут дети вообще не могут запомнить национальный гимн. Так у вас же в школе каждое утро его поют. Не могут запомнить все равно. Ладно, следующий комментарий. С любовью к русскому национальному гимну и русским людям. Приветствие из Польши. И последний комментарий. Я не русский, но я чувствую вот это желание биться за родину мать. Друзья, и наше видео подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Хочу сказать, что недавно кто-то поддержал канал, кто-то с сообщением «Отличная работа». Также кто-то поддержал канал с сообщением «Успехов тебе, дружочек, пирожочек». Спасибо огромное вам за поддержку. Кто-то поддержал сообщением «Успехов». Спасибо, что вы есть. Кто-то с сообщением «От мистера Гнуса для жены любимой Иры. Она смотрит и поймет». Мистер Гнус, спасибо. Ирина, привет вам большой. Спасибо огромное. Также хочу поблагодарить за поддержку Максима, Юрия. Огромное спасибо Александру Валерьевичу, Владиславу и Родиону. И кто-то прислал 3 копейки с сообщением «То, что ты делаешь, никому не надо. Ты меня бесишь, тебя смотрят только боты». Ой, дружище, ну, я думаю, наши подписчики каждый день доказывают таким, как ты, что ты не прав. Ну да ладно, бог с тобой. Друзья, я очень благодарен всем, кто иногда поддерживает канал. Вы видите, что выпуски начали выходить чаще и стало больше. Ваша поддержка действительно вдохновляет нас на новые интересные выпуски. И если вы хотите не пропустить новые, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всего вам самого доброго. Oh my god, that was hilarious and amazing watching with this one. Salute once again, much love and respect all the way from the Philippines. And this video, oh my god, those pilot making those like the desynchronized together. Really want to comment about Putin, because if someone will be throwing questions with Mr. Vladimir Putin and then he will not give you an ounce to answer back because his political views is like how smart and brilliant he is, the way when you just like answering such questions that you cannot answer back because everything that he just giving you an answer is in there. Oh my god, he will give you this is this and that. He's always been amazing. I have a much love and respect to this amazing president. This is an amazing video. It's like funny reading those comments with those like the Americans or the foreigners. That's amazing. Even the American itself saying that the best national anthem is in Russia. Even us Americans, our children don't know how to memorize also their national anthem. Wow, that's amazing to hear and read also. And I hope guys you enjoyed it. This video is making my day as always, like giving me smile as always. And thank you so much to the owner of this video, Tablet Memory. Thank you so much for your amazing video. And I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, it's on the description box below. And if you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junrys React saying stay humble, stay positive guys. You can connect my second channel on the description box below. My social media account is in here guys. Thank you so much. Spasiba and privet to all our Russian friends. Have a good day everyone. Mabuhay po tayong lahat. God bless guys and see you on my next video reaction.